Всем привет, друзья! Вы на канале Счастье Kids, а у нас соревнования. Ух ты, карты-сюрпризы! Кошачьи карточки-сюрпризы. Какой сюрприз попадется сегодня? Вау, нам попали 10 бриллиантиков. Отлично! И первое к испытанию в игре «Бег за золотом» приступает Анжеладин. Давайте выберем для нее локацию и вперед за пончиками. Вау, можно телепортироваться. Побежали в город. Ну, а мы с вами в игре «Сабвей Сёрф» выбираем следующего персонажа. Так, кто у нас тут есть? Тони, Дилан, Дженни. Смотрите, сколько много классных игроков. И, в принципе, мы можем выбрать любого. Лина. Выбираем ей костюм. Ух ты, какая она забавная. Оливия. Так, Эдисон. Нина. Вау, Нина мне нравится. Вам нравится Нина? Можем ее переодеть или выбрать вот этот костюм, мне нравится. Сиреневое платье и зеленые чулки в полоску. Выберем для нее скейт. А, доску или скейт? Нет, это точно не скейт, доску. Вау, телепорт, на нем прям пропадаешь. Классный телепорт. Вы пробовал кто-нибудь из вас доску-телепорт? Очень классная. Так, мы все-таки взяли телепортик и помчались. Когда перестраиваешься с одной дорожки на другую, ты прям как будто исчезаешь, телепортируешься. Классная доска. Если вы еще ее не пробовали, обязательно попробуйте. Она очень необычна и, наверное, одна из самых дорогих в игре. И, кстати, эта девочка мне тоже очень нравится. Ух ты, мы в какой-то ледяной пещере. Здесь жутковато немного. Так, ну, кстати, на нашей доске скорость такая классная. Наверху, смотрите, сосульки. А, интересно, какая у нас сегодня миссия? Ой-ой-ой, мы врезались, спасаемся. И, кстати, можем закупиться нашим топливом для ракеты. Вот такой цветной, полетели. Наверху у нас тоже есть монетки, прикупим-ка мы побольше досточек для полета. Ух ты, а пушистик из игры «Даш так» свалился на болоте в воду. Так, мы пропустили щит. Кстати, мой любимый пушистик. Как вам нравится? Такой классный. Он необычный, у него такие светящиеся кисточки на ушах и хвостик. Обожаю этого питомца. Мы снова в воде. Да что ж нам сегодня так не везет. Спасаем его и посмотрим, какого пушистика мы поймаем сегодня в нашу коллекцию. Если долго бежать, начинают появляться новые пушистики. А пока нам надо преодолеть это болото и не свалиться снова в воду. Вот, а вот и первый пушистик. Смотрите, кто-то такой маленький, совсем вдали. Нам нужно побыстрее бежать, чтобы его догнать. Конечно, нам бы не помешала какая-нибудь приманка. Кстати, друзья, а вы подписались на канал Счастье Kids? Если еще не успели, то обязательно нажимайте кнопочку подписки прямо под этим видео. И подписывайтесь на наш канал. Новые ролики выходят по вечерам в 17:00. Но у нас новый пушистик. Смотрите, это классная пятнистая змейка. Мы ее поймали, все-таки выполнили миссию. Вот она поближе. Вот такая змейка, забавная. Вам нравится змейка? Кому понравилось, напишите цифру 5 в комментариях. И да, не забывайте писать имя и фамилию, если хотите получить привет от нашего канала. Ну а сегодня вас ждет целая гора приветов от канала Счастье Kids. Так, а в игре Subway Surf мы выбираем следующего персонажа. Вот она, классная девчонка. Смотрите, какой у нее классный ободок с розовыми ушками и голубой волос. Наверное, она покрасила его тоником. Так, ух ты, смотрите, какие доски. А, жук-скоробей? Или как он там называется? Давайте попробуем эту доску. Интересно, что на ней можно делать? Так, отличная доска. Кстати, очень необычная и тоже одна из самых дорогих. Ну, забавная, мне нравится. А вам нравится? Очень прикольная доска, удобная в управлении, и на ней так прыгать прикольно. А у нас, кстати, новый пушистик на «Даш так». Смотрите, какой классный, звездный, он светится. И у него очень красивый цвет. Вам нравится пушистик из «Даш так»? Кому понравился, мой хороший, напишите цифру 8 в комментариях. Проголосуйте за него, и у нас уже кто-то мелькает, наверное, это зайка. Сейчас мы поп... Нет, олененок, маленький олененок. Я вижу рогатки, забавный торчак голубого цвета. Сейчас мы попробуем его поймать. Наш пушистик обалденный, правда? Смотрите, у него крылышки классные.
Это пушистик из особой коллекции. Мы, кстати, открыли ее всю. А вот и наша нянечка. Она помогла нам погрузить пушистика. Попробуем поймать кого-нибудь еще в нашем лесу, волшебном лесу, где много классных пушистиков. Играйте вместе со мной во все игры, которые вы смотрите на канале Ушастый Кидс. И смотрите канал каждый день, мои хорошие. Так, ну а мы с вами продолжаем бежать по лесу. И в этот раз здесь полно ульев. Аккуратненько оббегаем их в стороночку. Вот так, пока пушистиков новых не видно. Но я думаю, сейчас мы уже бежим долго и должны кого-нибудь еще поймать. Но в игре Subway Surf у нас новый персонаж. Может быть, выбрать Фризи? Смотрите, какая она забавная. Ух ты, а вот эта прическа мне нравится. И серьги у нее классные. Давайте выберем для нее доску. Здесь даже есть ковер-самолет. Смотрите, какой классный. Магический. Вау, а это облако любви. Облако, от которого такой шлейфом летят сердечки. Очень классное облако. Это вообще крутая доска. И смотрите, вокруг сердечки розовые. Кому понравилась эта доска, очень классная, напишите, пожалуйста, в комментариях цифру 2. Проголосуйте за эту доску. Она обалденная. И эта девчонка мне тоже нравится. Кстати, эта серия версии игры Subway Surf, по-моему, самая прикольная. Здесь много персонажей и очень много классных досок. Но пока соревнования в самом разгаре, давайте-ка передам для вас приветы. Сейчас зайдем в комментарии и посмотрим, кто нам написал. Первый привет эти для Лены и Катюши Кошачева. Большой пушистый вам приветик, девчонки. Спасибо, что постоянно смотрите наш канал. Ольга Бондарчук также получает пушистенький приветик. Рома Тананыкин и Настюша Теребенина. Может, огромный привет от канала. Привет получает Кира Крак, Настя Малахова и Лиза Лисе. Также привет летит для Настюши и Жене Касаткину. Большой-большой привет. Олечка Бабенко получает привет. Таня Воронина, Дарья Дмитриевна, Аня Ващинская, Даша Остроух получает пушистый приветик. А также Полина Зайцева, Таня Воронина и Ира Берестенко. Приветик получает Анжела Косарева, Ксения и Женя Малеевы. Большой пушистый вам привет, мои хорошие. Приветик летит для Лены и Юли Наталенко. Две сестренки, огромный вам привет. Вика Алиева, Люда Ершова получает приветик. Наташа Липина, Вероника Шевчук, а также приветик получает Рияна Карамова. Кристина Липинчук и Женя Прудник получают привет от нашего канала. Софья Политанова, Вероника Рунова, Юля Браилка, Ксения Башленова, Лера Кувшинова, Ульяна Меткина и Ксюша Ефремова. Вот такие приветики для вас, друзья. Кто тоже хочет привет, пишите под самым новым роликом в комментариях ваше имя и фамилию. И получите привет в порядке очереди от канала Ушастый Кидс. У нас, кстати, Анжела Валькирия отправляется в классную локацию, где можно полетать. Посмотрим, много ли тут будет пончиков. Ведь миссия наших пушистиков сегодня насобирать как можно больше розовых красивых пончиков. Кстати, вы любите пончики? Я обожаю. Этот, наверное, с клубничкой или с малиной, как вы думаете? Целую гору вкусняшек собирают наши пушистики. Ну а в игре так. Мы, кстати, сейчас поймаем нового пушистика. Это какой-то розовый котенок. Мне кажется, он очень красивый. Мы совсем к нему близко, и я надеюсь, что вот-вот мы его догоним. Кстати, в этот раз мы с вами на красном траке. Отлично. Это песик или котенок розового цвета. Он довольно-таки милый. Продолжаем ехать по ледяной локации и посмотрим, кто нам попадется в этот раз. Я надеюсь, какой-нибудь, может быть, пушистик из особой коллекции нам попадется. Кто-нибудь светящийся или там... Ой, нет, у нас обычный енотик. Кстати, мы поймали его довольно-таки быстро. Вот такой серый, красивый енотик. Поехали дальше. На машинке, кстати, скорость быстрее и пушистиков мы ловим намного быстрее. Выходим из ледяной локации. Куда же мы попадем? Да, мы попали на реку. Здесь много льда. Главное не свалиться в ледяную воду. Короче, машинка дает нам две дополнительные жизни. Так что лучше берите ее. Так будет прикольнее. Ну а в игре «Бег за золотом» к испытанию приступает супер-кошечка Анжела. И мы открываем очередную карточку-сюрприз. Давайте смотреть, что же в ней. Так, а ну, у нас попалась взрывчатка. Отлично. И
приступаем к испытанию. Будем собирать пончики. А в игре «Сабвей Сёрф» смотрите, какие у нас есть классные персонажи. Таша, мы играли Зоя, моя любимая Зоя. Вот такие у нее костюмы забавные. Зомби-училка, по-моему. О, Брейди, прикольный. Принцка тоже классный. Напишите, может быть, вы хотите какого-то нового игрока открыть в следующей серии. Так вот, мне тоже очень нравится. Друзья, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось сегодняшнее соревнование. Мне будет очень-очень приятно. И не забывайте смотреть канал Ушастик Кидс каждый день. Ну а на этом все. Пора прощаться, мои хорошие. Пока-пока.